Всем привет, ребят. Ну что, сегодня будем пробовать испытывать нашего шестерука на битве гильдии. Вот такая вот сборочка у него будет: ремка, бастион, топор. Сейчас будем пробовать проходить топов с ним. Не знаю, что будет. Так, кого мы шестого не взяли? Давайте повелителя бури. Будем пробовать затащить. Так, ну что, поехали, посмотрим, что у нас там сегодня за топы. 248. Так, 300. Ну, давайте начнем отсюда. Ладно, оставим на потом. Так, какой-то бью. Ну, окей. Пускаем его. Раю и ворожея для подхила. Ну, практически слили всех. Почти. Так. Тут снизу у нас Фрейя есть. Окей. Пробуем так. Бигфут. Этот. А, там тотем есть. Я понял. Значит, попробуем зайти через Фрейю. Так. Раз, два. Бигфут, три. Ворожей. Для подхила. Так, ну вроде как бы зацепились. Ну, все, нас ушатали. Ну, он, в принципе, и будет быстро сливаться. У него особо никакого дефа там, кроме отражения, нет. Так, пробуем быстрее это все сделать. Раз, два, три. Ворожей. Давай, 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 давай. Так, смотрим. Ну, вроде дамаг наносит. Все, он слился. Фрейя на Фрейю. Непонятное. Ну, нам надо, чтобы он выжил. Посмотреть. Так, давайте тогда так. Фрейя, повелитель бури, он и ворожей. Ну, как видите, Павлик от Фрейи просто сразу ушатался, даже с каменкой. Так, Фрейя, Бигфут, он, ворожей. Сливается очень быстро. Очень-очень быстро сливается. Он, к сожалению, по ходу на битве гильдии от него пользы немного будет. Так, давай, Фрейя, включайся. Ну, Фрейя с грубой силой, как видите, очень быстро ушатывается. Давайте с Бигфута начнем. Бигфут, Фрейя, он, ворожей. Такой вариант получше будет. Ну, нас ушатали этого нового героя. Так, ладненько, попробуем отсюда. Тут еще, конечно, все зависит от силы, как видите. Из-за этого моих героев шатают. Ну, его ушатали. Вообще не вариант. При том, что у меня герои как бы тоже не слабо прокачанные, но смотрите, что делается. Просто жесть какая-то. Ну вот, вроде зацепились. Но сейчас Фрейя, если сольется, все. Ну, хотя, смотрите, он держится. Вот-вот-вот он включился наконец-то. Хоть у нас Фрейи нету. Самое главное, чтобы у нас сейчас ворожай не слился.
56%. Ну, у нас, конечно, есть огнекрыл, но вот он тащит, ребята. Все-таки он с Бигфутом затащил на пару. Не знаю. В общем, не знаю. Интересный, конечно, герой, но очень опасно с ним будет на битву гильдии ходить. Но с подхилом и с Бигфутом, в принципе, тащить можно. Он забирает энергию. Ну и атакует нехило. Рая, конечно, тут не особо нам помогла. Так, окей, поехали следующего топа искать. 267, 11 и 12 скиллы. Так, Бигфут. Фрея есть? Да, Фрея тоже есть, и огнекрыл. Ладно, пробуем. Тащи, Бигфут. Ну, хрен там. Ладно, давайте попробуем всех вместе выпустим. Ну, всех вместе, если выпустим, тут, конечно, будет мясо. Вряд ли его герои смогут ушатать моих. Так, посливались. Ну, остался один огнекрыл. Жесть, короче. Полный трэш. Ну, давайте еще разок. Раз, два, три. Выманили 4. Запускаем его в конце, чтобы он попозже включился. Да, вот когда он попозже включается, смотрите, что происходит. Он просто шатает. Ну, тут, конечно, и другие шатают. Все, он слился. Он не шатает. Его ушатали. Но тут, конечно, у меня огнекрыл. С 11 скиллом. Но опять же, смотрите на урон. Какой смешной урон. Там герои практически... ни хрена не могут сделать. Не приседают. Там ворожай больше отхиливает, чем он наносит урона. Вот вам битва гильдии и разница в титулы. В рейдах совсем по-другому все. Ладно, пробуем еще. Так, Фрея, давай, включайся. Бесполезная сучка. Вот, наконец-то она включилась. Ворожея сразу кидаем. Ну, Некроса ушатали просто за пару приходов. Но опять он слился. Фрея просто слила. Вот мы, если не убиваем сейчас вражеского ворожея, все. Жесть просто. Насколько играет разница в титуле? Вот почему надо здесь хотя бы минимум 1300 силы вкачать. Тогда будет хоть какой-то толк. Давайте, идите сюда. Ну все, он слился. Уже говорю, в такой сборке от него пользы никакой. К сожалению. Вот смотрите, урон моего огнекрыла по вражескому ворожею. Вообще непонятный. Причем у него стоит грубая сила. Давайте на с огнекрыла заагрим. Так. Ну, просто ушатали по очереди всех. Хорошо, сейчас попробуем так, чтобы тотем. Попробуем в три героя изначально. Раз. Два. Кинем ворожей и теперь всех остальных кидаем. Вот таким вариантом попробуем. О, без варианта. Сливаются. Причем там герои. Тоже с 11 скиллами. Попробуем так. Бигфут слился. Фрея слилась. Огнекрыл. Ну, просто жесть. Зачем я его там выпустил? Хрен его знает. Просто пипец.
Не сливаешь ворожея. Все. Считай, ты не затащил. Так, ну ладно, давайте всех вместе попробуем. Вот так вот попробуем. Это просто жесть. 63 тысячи отхил ворожея. Интересно, сколько мой хилит на дефе. Ну, в общем, сама суть, герой реально бесполезный. Как и Некрос, он в первую очередь сливается. Вот просто пипец. Мой 41 тысячу отхиливает всего. Но вот сейчас слили вражеского ворожея, но опять же, смотрите. Вот тут должны сейчас затащить, огнекрыл должен по сути затащить. Сколько он сносит, это просто жесть. И Рино восстанавливается. В рейдах такого вообще нет, только на битве гильдии такая хрень происходит. Но тут сейчас Рино просто должны уже ушатать. Да. Оказалось бы. Должны ушатывать, а нифига. В PvP локациях, в принципе, он будет годным. Это уже и так было заметно. Но на битве гильдий надо ему искать какой-то талант, не знаю, там пробовать. Не на урон все-таки собирать бастион, это более такой PvP, там где сразу как забытая атака фортов, и то он там будет сливаться. А тут надо ему, в принципе, искать, возможно, тот же самый ожог, как вариант, чтобы он не так быстро шатался. Либо каменка. Ну, каменку мы слили, так, что, поехали следующего. Так, тут мы двоих затащили, один без дефа, 217, 222. Тут двоих, и потом последнего уже добьем. Так, Рея, Анубис. Попробуем. Попробуем, так, раз, два, три. Фрейю ушатали, но в принципе он неплохо так урона нанес. Практически ворожая слил. Ну-ка попробуем загреть на Фрейю его и ворожая выпустить на подхил. Смотрите, он там их просто ушатал. Жестко причем ушатал. Вместе с Фрейей. Ну, так неплохо смотрится. Осталась одна вражеская Фрея. Интересно, интересно. Сейчас мы просто долго и нудно будем бить. Не, прорываемся. Отлично. Ну, тут сейчас без проблем он должен. Вот, смотрите, он Фрею издали добивает по 18к. Такой вариант неплохой. Так, следующий топ вот этот у нас. Так, что тут Афина? Давайте попробуем его одного. Ворожая на подхил. Фига себе. Да, неплохо так он там нашатал их. Так, а ну давайте попробуем с этой стороны. Смотрите, что он там делает. По дамагу, конечно, когда он включается, это просто жестко все. Так, отхил. Смотрите, как героев посливал. Единственное, там сейчас череп его ушатает под скиллом. Но остальных он убил без проблем.
Ну-ка, череп на повелителя бури. Живучий череп. А так. Не, так не вариант. Ну, с Некросом он расправился, там Некрос стрелок. В принципе, неплохо, плюс Фрея. Но ему нужен танк, чтобы он не он атаковал, а кто-то другой танчил. Тогда он себя неплохо показывает. Так, что там у нас? Следующий топ. А, в принципе, все. Да, одна попытка у нас осталась. Ну, к сожалению, этот топ снял деф. Обидно. Ну, ничего не поделаешь. Надо набрать максимум мечей. Вот смотрите, как он. Тык-тык, и все, здания нет. Что мы имеем? 2493. Ну, неплохой результат. Третье место в гильдии. Обошли даже некоторых. Вот так вот, вот такая вот битва гильдии была. Ну, не знаю, буду дальше тестировать его на следующей битве гильдии. Ну, в принципе, если в лоб заходить, танковать, ну, неплохо смотрится. Но если так, есть там дальники, они его сразу сносят, особенно Фрей. Возможно, если не будет Фрей, тогда будет вариант. Ну, а пока... Пока непонятно. Ну, так, в принципе, Некрос там ушатал. Все, подписывайтесь на канал. Всем пока.